Так, все есть. Привет, фермеры Всем привет. и фермерки, если такие есть. Привет, Генезис. Дося, привет. Моремен. Биг Панда, тоже привет. С первым вас сообщением. Мишка, привет тебе. Денис, всем здрасте. Что? Так, обнова у нас на ферме. Сейчас я перейду на нашу ферму. О. Денис, спасибо за подписочку. Добро пожаловать. Так, что вы зарядились звуками укулеле? Так, привет, Шишаков, Антарес. О, я передам пупуське твои приветы. Сейчас вот подойду к ней, передам. Сейчас я тут вот сделаю вот так. Себе тут удобненько. И вот так. То есть это яма неопознанная. Она не летающая, но неопознанная. Вы там мне там напишите это. Меня слышно, видно, а то я люблю что-нибудь не включить, не клацнуть. Привет, Влад. Шишаков, по-моему, я с тобой здоровалась, но не помню. В общем, если что, привет. Отлично, слышно, видно, все хорошо. Звук самолета. Да, я сегодня в самолете. В самолете. Так, что у нас тут по обновлениям? Серега, ты там про палеты говорил. Вот сейчас Серега там расскажет. Там обновление по палетам, насколько я поняла. В размерах изменился. Да, изменился вес палет. И теперь, короче, нельзя их носить руками. У нас тут, конечно, какой-то бардак. А почему они такие нецелые? Ну вот раньше было 4 ящичка на палете. Теперь вот их вес это 2 ящичка. А вот вы видите, да, теперь 102, масса 234 килограмма. Короче, руками теперь брать нельзя. Это, наверное, потому что сильно багуется при переносе руками. В общем, теперь я вот... Просто. Вот как-то так. Влад, муж вон здесь, вон здесь. Сидит. Влад, да, здоровается, разговаривает и играет. Так, вон, даже пишет в чат. Что у нас? Значит, сейчас мы проверим наши, конечно, теплички. Ну, давай, теплички. Дверь открой. Да, она не открывается. Я жмакаю, она не открывается. А, ты доступ мне в теплице запретил? Что происходит? Да нет. Прикинь, она говорит так... Вот я не знаю, слышно? А, открыть дверь. Все, я открыла. Закрыть дверь. Открыть. Оно, кстати, меняется. Открыть, закрыть, но ничего не происходит. Так, оно в другую попробую. А ты? Блин, открой мне теплицу. Так, я не понял. А ну-ка, я вообще в ферме? В нашей? Да. А ну, попробуй-ка ты это сделать. Может, дверь тоже стала слишком тяжелой? Или я так обессилела, что теперь даже теплицу открыть не могу? Так, а вот... Не. Вот, Оль. Чё, у тебя, то есть... Да? Ну, только эти двери открываются. А у меня вообще не открываются. Я их прям не вижу. А, да? Да. А, прикольно, ты мне через... Ой, я через дверь прошла. Класс! Обновили, так обновили. Стас Рибос, я, да, выздоровела. Ну, голос немножечко не такой, как был в начале, но, в общем, нормально уже. Короче, теперь у нас магия захватила ферму, и теперь не только... Блин, мне нравится, вы видите это? Я могу ходить сквозь стены. Может, я умерла просто от работы на этой ферме, и все, теперь могу ходить сквозь теплицы? Да. Так... Серега, как истина, где-то рядом. Да, Серега всегда где-то рядом. Так, о, у нас нет воды. Класс. Ладно, сейчас мы это исправим. Сейчас мы пойдем посмотрим на наш виноградик. Мы посадили на прошлом стриме виноградик. Обалдеть. У нас все завалено яйцами. Так.
которые тоже стали весить гораздо больше. Да, вон, видите, у нас теперь, значит, поддон 340 кг весит. О, кстати, кг, вы заметили, появились килограммы, долой литры, да здравствуют килограммы. Как они были до этого, там помимо веса просто еще и литраж. Да? Это я, значит, такая слепая. Блин, я что-то так всех слышу хорошо, ну ладно. Если вам там будет громко звуки игры, вы там пишите. Троллейбус предлагал. Он все, что, кстати, нам предлагал, мы все принимали. Все принимали. Привет, Миш. Добрый вечер. Миша, привет. Да, для тех, кто очень взрослый и помнит эту старую шутку, знаете, вот вчера были по 10, но очень большие, а сегодня по 5, но очень маленькие. Это вот не видим все кг под тобой. А, все килограммы подо мной, да? Слушайте, ну поверьте на слово, короче, палеты теперь вот по... А, у тебя камера справа снизу, по да. 340 кг. А мы сейчас это исправим. Сейчас, секунду. Вот вам будет... Правый верх перетягиваем. Все будет видно. Сейчас. Железный говномет бесплатно воду привезет. Да, да. Мы... Значит, о, сейчас, о, вот теперь вам вообще все видно. Так, и вот так, отлично. Так это же хорошо, что поддоны тяжелее стали. Теперь, чтобы продать 1000 литров, нужно меньше гринда. Да, да, то есть я думаю, что да. И сейчас я проверю, как у нас там курочки. Но теперь их, конечно, только на погрузчике. Ручками вообще не возьмешь. И не полетаешь больше на палетах. Курочки, а чего вы не пока... А, вот так. О, корма нормально. Так, с курицами все хорошо. Они у нас здоровые. Я надеюсь, чисты. Собака, как всегда, голодная. У нас не собака какая-то, а конь просто. Он жрет, как не в себя. Пойдемте посмотрим на виноград и начнем... О, сразу в дом забежала, тоже через стену. А я могу, не? Вдруг? Ну ладно. Вот. Сейчас проверим. Класс. Классные палочки мы посадили. Это даже не палки, а проволоку. Посадили проволоку. Но я думаю, вот эта лоза виноградная, я надеюсь, она завьется. Так, сейчас у нас, когда мы ее вообще собираем? Так, виноград. Ты у нас... Это мы сажаем. Собираем сентябрь-октябрь. Отлично. Мы сейчас озвучим план. Он у нас есть. Значит, план будет таков. Сейчас мы наполним водой теплички. Куда же без этого? Без теплиц никуда не деться. Привет, Олечка! Привет, тезка! И с первым сообщением тебя... Добро пожаловать, Стасария или Стасария, вот, прости, не знаю, я тебя могу назвать просто босс, хочешь? Чё за грустный кот? Чего ты грустишь, не грусти? Кормом похрусти, это могла бы я сказать нашему пёсику, он уже, кстати, пошёл это делать. Не, Генезис, у нас все куры нормальные, никто не убегает, побега из курятника нет. Сейчас мы проверим, кстати, еще коров. Блин, построили ангар и технику туда не ставим, все равно вся посередине стоит. Мы, конечно, молодцы. Уже очень вы любите ферму, не успела она выйти, так сразу в нее играете. Слушай, да, Моримен, Макаки Плей, добро пожаловать на канал, спасибо за подписочку, я мимо коров прошлепала. Ферму любим, причем такой любви к 19 у меня почему-то не было, а вот прям это затянуло, я ничего не могу с этим поделать, но... Мы посмотрим по итогам сегодняшнего стрима. Я планирую собрать виноград, посмотреть, как это все работает, убирается, как там выглядит эта техника. Вон коровы мне подмукивают. И, собственно, возможно, потом сделаем перерывчик, проходим что-нибудь еще. Я думаю, что сделаем какой-нибудь опросик, чего бы вам хотелось. У нас есть варианты копа с Сережей. Может быть, это... скажи мне, Сереж, как это называется-то? SnowRunner?
Давно мы в него не играли, может быть, рафтик, в общем, чё понравится, чё захотите, в той походим. Ну и плюс продолжу Гробовщика, потому что я его не запустила, я про него помню, просто ферма все перекрыла. Так, по коровам корм у них есть и довольно-таки много, здоровья пока нет, молока нет. А сейчас мы посмотрим по корму, возможно, у них моносмеська закончилась. Не, я только что насыпал моносмесь. А, ну тогда, значит, надо просто подождать. Господи, шмарабарсик. Можно я тебя просто барсиком буду называть, а то как-то неуважительно получается. В общем, привет, барсик. Не могла бы ты подсказать, как получить сухой навоз со свиней? Солому положил, а навоз как из них выцедить теперь? Слушай, насколько я помню, сухой навоз, когда ты подстелил соломку, там должна быть отдельная... Ну, отдельное место. Слушайте, что-то прям так у меня громко. Сейчас я потише себя сделаю в наушниках. Прям. Да, вот. Можно чуть-чуть. А то прям все так громко мычит, урчит сейчас. Во, вот так нормально мне. В общем, там должно быть отдельное место, типа как, вот, например, вот здесь, да, что ты где цистерна стоит, Сереж, заливаешь навоз у коров? Нет, это молоко. Молоко, сейчас с другой стороны. Я сливаю. Да, да, вот здесь у коровок, получается, вот здесь можно навоз сливать. По идее, у свинюшек должно быть то же самое. Мы просто, видишь, свинюшками не занимались. Либо есть еще... Ой, сейчас я вам скажу. Бункеры. Нет. Есть вот... А, ну это цистерна жидкого навоза. Возможно, есть какой-то бункер под свинюшек. Но что-то я его не вижу, наверное. Вот, куча навоза. Возможно, нужно поставить... Вон, видишь, бункер для хранения навоза. Может быть, поставишь, и он автоматически туда будет спауниться. Как вариант. Что значит изюминка? Это про виноград? Да, генезис. Да, мы же соберем виноград. И я думаю, изюмчик попробуем сделать. Ну, либо виноградный сок, либо и то, и другое. Так, я поеду за водичкой. А это у нас что такое? Оу. Сереж, это что такое? Топливный бак. О, а дизельное топливо. А у нас на дизеле, да, все ездит? Отлично. Вот, поеду за водичкой. Сейчас, извините, у нас только нового. У меня муж тратит деньги вообще с неприличной скоростью. А это что такое? Боковой... шторный который? Да. Очень многие, кстати, писали, что купи, в общем, с боковой разгрузкой. Вот этот шторный прицеп Кроны. Да, это вот он и есть. Очень красивый, с хромированными дисками. Посмотрите-ка. Так рекомендовали, так мы и купили. Да, вот. Выглядит, слушайте, очень прям классно, натурально. Привет, Паш! Я тебя вот не заметила. Вижу, да, спасибо, поставили такой бункер, может, надо подождать. Да, слушай, в любом случае, это как и с молоком, и совсем нужно ждать, потому что мотаешь, оно там со временем появляется, так сразу ничего не появляется. Так, вон, вижу нашу цистерну. Сереж, а у нас две цистерны? Одна под какашки под жидкие, вторая под пшеницу и прочую ересь. Не, пшеницу. Я имела в виду вот для жидкости. Вот этот цистерн. Да. Так, тут есть молоко. Нам надо его, наверное, слить, чтобы я в него воду набрала, правильно? Да, молоко можешь либо... А у нас в пекарне что там? Сейчас мы глянем. Ты где? Ты не здесь, вот здесь. Так, пекарня. А ну, пекарня. Молока... полно. Ну, слушай, поеду продам. Молоко мы еще не продавали. Поеду продам молоко. Сейчас только найду трактор. А сколько вы с Сергеем женаты? Женаты именно с 18-го, а знакомые... В общем, вместе с 2012-го. Очень много лет. Мы уже пожилая пара, которая знает друг друга 100 лет. Так. Где трактор? Дайте мне хоть один трактор. Ты не трактор. А где все наши трактора, Сереж?
На полях. На полях. Пашустик собачку прислал. Улыбается. У тебя бочка зацепила уже. Чего? Нет, бочка нет, она ж без трактора стоит. Sky Carrier, добрый вечер. С первым сообщением тебя. Она не зацеплена, Genesis. Видишь, стоит бочка, а трактора-то нет. Как же я ее вести-то буду? Нет трактора. Все на полях. Может, еще одну подводу. Цистерну? А, трактор. Прямо и налево. Прямо и налево. Трактор. А, вон вижу. О, ля, стоят. Так, желтенький. Ух ты, а это что за, мощная машина? Это что такое? Камнеуборщик. А, я у тебя уже, кстати, спрашивала. Ну, я плохо с памятью у меня. Так, ну что, желтый берем? Берем желтый. Блин, а вот это прикольно, кстати. Там один перевернутый лежит, сейчас я его подниму. О, я хочу на Рассельмаше. Всем нравится Рассельмаш. Блин, не хочу медленный. Прости, Рассельмаш. Поеду на желтом. Зеленый был. Да был, был, но, видно, сплыл, остался желтый. О, вот это вообще 73 км, нормально. Давай, трактор. Так, значит, сначала вода, потом мотаем, попробуем собирать виноградик. Я даже не знаю, у нас есть ли у нас... Что у нас? Если техника, мы, по-моему, ее еще не покупали. Это нам только предстоит. Будем это делать вместе с вами. Так, давай. Ты вот так вот прицепишься, нет? Пафи, добро пожаловать на канал. Спасибо за подписочку. Так, давай. Да. Все, прицепило. Так, куда везем мы молоко? А, кстати, вот мы еще заполним. А все, у нас все полное. Так, молоко. Молоко. 214 в пекарне. Так, давай пометить. Пометила. И сейчас куда ехать? Куда ехать? Где ты? Где-то ты пометилась. Вон туда. Угу. Так. Так. И сразу, значит, мимо озера. Окей. Все. Вперед. О, машина встала. Что тут встало на выезде с нашей фермы? Давай. Сейчас начну ее обгонять, она... Ну вот, да, хотел сказать, она меня разгонится и пнет, как это они любят делать. Можно отключить трафик, если хочешь. Не-не, нормально, пусть ездят. Привет, до пожилой пары далеко вам, 14 лет знакомы с женой, 10 женаты, мне только 30. Роман, привет. Ничего себе, слушай, вы молодцы, это очень круто и похвально. Да, да, молодцы. Так держать, прям это очень-очень-очень круто. А где пупуська? Елена, пупуська, а у нас здесь нет, по-моему, да, пупуськи? Mm-hmm. У нас пупуська там, здесь пупуськи нет, она на две карты не успевает работать, ей нужен отдых. Ну и там, блин, а чё ж так лагает-то? Там... Она справляется, а здесь у нас объемы-то побольше. Возить всего надо побольше, поэтому здесь, к сожалению, она слишком маленькая, слабенькая. Сколько сегодня стрим идти будет? Генезис, не знаю, как всем надоест, так и закончим. Ну, как минимум, виноград хочу собрать. Обычно по четвергам и по субботам часика два точно стримим. А там как пойдет... Как зайдет. Так. Так, я же здесь проеду. Да, проеду. Да, проеду. Будет прикольно, если не про. О, стоп! Игрушечки. Сережа, у нас сейчас будет. Будут деньги. Ну, своих нет, что ли? Есть, но это будут деньги с игрушечек.
Так, нужно найти еще 8 коров. А вот эта корова? Нужно найти еще 9 овец, блин. Нужно найти еще 9 свиней. Обалдеть. Так, все. Все собрали. Давай. И ехай. А что-то там еще, Сереж, вроде говорили, да, поменялось? По-моему, Антарес говорил о каких-то изменениях. Камней стало гораздо больше на полях, вот вижу. Столько я их не помню. Так, как тебя заезжать, интересно? Сейчас мы попробуем это сделать. Надеюсь, тут нет никаких деревьев, которые стоят прям посреди. Что вы такие заезды узкие делаете? Начать выгрузку. О, выгружаюсь, отлично. А тем временем у кого-то идет монтаж. Так, продано на 11 тысяч. А еще 3. Давай еще, пожалуйста. Ноль. Ноль. А, оно заполнено. Ну, давайте подождем. Вот, Давай кстати, мотни. проверим. Да, мотни чуть-чуть. О, 360 можно мотать. Вот, смотрите, вот еще одно обновление. Я думаю, мы сейчас в процессе как раз будем это все узнавать. Можно теперь на 360 мотать. А, было максимально 120. Так, проверяю. Слушай, нет, не хочет больше. Сергей стесняется на веб. Слушай, да не то, Я что... не такой красивый, как Коля. Спасибо, конечно. Слушай, это будет очень сложно нам технически. Две вебки, вот. И вообще будет полэкрана заполнено. Некоторые вообще пишут, что типа убери свое лицо, мешает смотреть ферму. А так, стримы класс, да. Поэтому можно вообще, представляете, если мы все вместе соберемся, все семь, и каждый, значит, будет с вебкой, просто по всем углам одни камеры, вам не будет видно ферму, мы будем просто тупо сидеть общаться, и вы будете смотреть на наши моськи. Просто Серегу не видели. Спасибо, Миш. Слушайте, я вам фотку как-нибудь покажу. Хотите? Серега красавчик. О, да, Паш, Серега Это Паша все красавчик. потому, что я на тебя похож, да? Оля, в этой игре есть сюжетный режим? Скай, слушай, сюжета... Сейчас, подожди. Нет, тут есть карьера. Я играла в карьеру, но там нет каких-то прям заданий, чтобы тебе что-то давали задания. Ты просто в карьере играешь самостоятельно. И там есть три режима. Так, короче, сейчас оно нифига не продается. Я поехала в другое место. Вот, в общем, есть три режима. Типа самый лайтовый, где у тебя много денег сразу. Есть средний вот с 1,5 миллионами и есть хард. Я вот играла, пробовала на харде. У тебя там 500 тысяч и еще из них 200 тысяч в кредите. Вот. Всего 500. То есть ты должен отдавать кредит. У тебя нет вообще денег на технику какую-то крутую, чтобы тебе ее купить. И на аренду-то не всегда хватает. Поэтому ты прям там выживаешь. Купил одно полюшко и пытаешься с ним что-то сделать. Единственное, конечно, очень помогают вот теплицы, курочки, это все очень помогает, потому что на харде прям без них очень тяжко. Так, я где? Иду как к нам домой, значит, да, туда, вот туда. Давайте попробуем здесь выехать. Требуем Серегу на вебку. Могу Йоську на вебку. Хотя есть у меня одна идейка. После перерыва, возможно,
поприкалываемся. Сомневаюсь. Ну вот, тут все зависит от Сереги. Ладно, перерыв через полчасика, поэтому посмотрим. Сюжетный режим, напахались и лежим. Точно, Миш. Это вот прям, да, про ферму. Привет, Силарай Дентер. Дыня, привет. Привет, привет, добро пожаловать. Какая у вас экономическая сложность стоит? Слушай, а здесь мы же продолжили сейв, который мы играли с Римом, поэтому здесь у нас была средняя на 1,5 миллиона. Просто здесь мы, конечно, попробовали уже много чего, потому что целью на стримах было посмотреть механик побольше. Блин, я проехала, я так и знала. Ну, на мосту, конечно, не развернуться, но мы сейчас сделаем вот так. Вот, то есть мы посмотрели коровок, как за ними надо ухаживать, что им для этого нужно. Мы вот смотрим виноградик, поэтому... Но пришлось, да, потратить приличное количество времени для того, чтобы, собственно, денежек на всю эту технику поднасобирать. То есть мы прям вне стримов поупарывались в эти поддоны, в поля и все прочее. Так, я на харде играл, у меня на эмиты на контрактах пахали, прибыль есть. Да, Генезис, прибыль есть. Я до по встречке доеду. Я не спорю, что прибыль есть, но там не так-то просто ее заработать, потому что ты прям должен подумать насчет того, что тебе в первую очередь купить, арендовать и прочее, прочее. Сори за русский, плохо его знаю. Слушай, ну тебе в чатике могут помочь. Все зависит от того, кто у нас в чатике. Если есть токсики, то могут помочь. Но в целом ничего страшного, я тебя понимаю. Будем поправлять, если что. Не стартовая сложность, а экономическая в настройках. Так от чего у нас? У нас все как и было вот на средней по умолчанию. Единственное, мы, по-моему, только убрали, что сорняки, да, Сереж? Угу. Да и все. А, и возможность поля портить. Все остальное, все как было, так и есть. Почему ты не хочешь мне загрузиться? Загрузись. Вот. Давай. О, пошла жара. Да, да. Медведь, пора уже этот выучить новое слово. Хотя это твоя фишечка. Так, как отсюда выехать? Я вот там не выйду. Пустите меня. А там вот я не вижу забор. По-моему, там нет забора. Мы проедем, нет? Да. А чё ж так лагает-то, я понять не могу. Сохранялся вроде бы. Ну ладно. Так, куда нам ехать-то? Вот сюда нам ехать. Эй, никто не видел? Никто не видел. Так, да, все. По-новому для него да нет. Да, либо потом будет... Будем прибавлять по слову. Сначала да, потом да нет, потом да нет не знаю. Или да нет, наверное. Напомни, пожалуйста, какие игры у вас в планах проходить на стримах. Слушай, игр вообще неограниченное количество. Я... В принципе, во много во что играю. Единственное, конечно, не хочется... Я пробовала проходить там сразу 2-3 игры одновременно, но это сложно, это трудозатратно. Пока у меня нет так столько количества времени, но появится после Нового года. И, в принципе, и вам это будет...
там кусочек, там кусочек, там что-то недоделано, я так не хочу. Я зачем сюда приехала, блин, мне нужно поехать заполниться. А, Сереж, я эту цистерну могу в озере заполнить или на вышку ехать? Только в том, который возле магазина. Тогда на вышку поеду. Вот, поэтому, значит, в планах, я думаю, что будет максимум две игры. Параллельно это один коп и одна соло. В соло я хочу допроходить гробовщика. Тут уже не зависит, как он будет заходить. Просто он мне нравится. Я, в принципе, играю во что мне нравится. Поэтому я хочу его допройти. Как только пройду, какую-нибудь соло-игрушечку еще запущу. А по поводу коопа у нас несколько вариантов. Это, я уже говорила, рафт. Можно в рафт поиграть, можно поиграть в SnowRunner с Серегой. Мы думали по поводу Икаруса, но, честно, я не уверена, насколько вам визуально комфортно будет его смотреть на стримах. Потому что у меня настройки... ну, около минимальные, и, допустим, так, я вижу вышку, попробую к ней съездить, и прорисовочка не очень качественная, то есть деревья летают в воздухе. Они не летают, они просто не прорисовываются. Ну, да, поэтому, как бы, вот я не знаю, будет ли вам это комфортно, поэтому я его пока не рассматриваю. Очень хочется еще No Man's Sky мне допроходить, но, опять же, все зависит от того, если у меня артефакты перестали появляться, то я его обязательно допройду, хотя бы какой-нибудь сюжет. Здесь не продается такой товар, как вода. Да, там молоко было, Миш. Ну, видишь, молоко тоже с трудом принимают. О, у медведика прогресс. Для него это полный стресс. Мне рафт нравится, но гринда много, сюжет интересный. Слушай, в принципе, Генезис, гринда много, вот я заметила, когда очень много людей. Мы вдвоем проходили его полностью, я не знаю, насколько они его там дообновляли, мы дошли до роботов. И, в принципе, когда ты вдвоем, но то ли не так заметно, то ли его реально меньше, потому что вам надо прокормить всего два рта, а не четыре, или не шесть, не семь. Соответственно, и собирать как бы нужно меньше еды и всего прочего. Вот, поэтому... Но он такой непринужденный, веселый. Вы с мужем в одной комнате играете? Сейчас, да, у нас сейчас стадия ремонта, поэтому мы играем в одной комнате. О, так, стоп. А где-то было. Во. Да давай. Во. Да блин, ну смотри, только нажал, и он... Не дыши! Зараза. Я в тебя попаду. Ну вышка, ну погоди. Да блин. Смотрите, не хочет. Вот я когда двигаюсь, она появляется. Я тебя доконаю. Либо ты меня доконаешь. Сейчас попробую назад сдать. О! Да блин. Не, ну это что за издевательство? А ну... О, да блин. Все. Так, нет. Я больше не буду говорить все. Не ды... Я как только убираю палец с клавиатуры. Что это за брызги в мою цистерну? Наполни меня, пожалуйста, как нужно. Зараза. Короче, так и будем. После роботов пока... Обновления нет, но когда будет, будет интересно. Там мир под водой будет, разрабы писали. А, ну вот можем подождать, пока все оно пошло и не прерывается. Так, не, всем не дышать, не чихать, в общем, не прерывать. Привет, удачи на ферме. Привет, Дианукс, спасибо тебе большое. Удача нам очень нужна.
Кошмар. Заполнить воду. Это еще попасть нужно. Я, конечно, стрелок еще тот, который. Но я попала. Как говорила учительница, выйди и зайди нормально. Да, Мстислав. Но мне пришлось. Мне кажется, если бы я вышла, я бы нормально уже не зашла. Пришлось поерзать. Так сказать, этот. Укатать себе лунку. Вальхельм, видимо, не скоро. Слушай, медведь, да вот надо подумать насчет него. Я не хочу его бросать. Там три босса-то всего осталось. Надо, не знаю, сможем ли мы вдвоем его победить. В общем, надо, я думаю про него, но пока что-то ничего не придумала. Но очень хочется его закончить, потому что у меня глаз дергается от того, что он брошенный. Кто-то просто выпил всю воду. Ты думаешь, Барсик, думаешь, там эти подземные бобры под вышкой? Я загружаю, они начинают этот вытаскивают шланг или как он там загружается. Почему муж молчит? Влад, а почему у тебя такой интерес к моему мужу? Мне пора начинать беспокоиться на эту тему. Почему он молчит? Потому что я много болтаю. Вот, видишь, у нас отличный коп. Я болтаю, он работает. Вот, он любит молчать, я говорить. Ну, где подтверждение? Сереж. Вот, видишь. Я еще подтормаживаю сегодня просто. Да не, просто интересно. Да все нормально, это же шутки у нас, шутки, все это. Он сегодня играл до меня, не со мной. Играл, устал, психанул. И теперь просто ездит по полям и отмалчивается, и кайфует. Так. Куда нам ехать? Я где? Ага, вот здесь. Я вообще мастер разворотов. Да, все, сейчас налево выйду. Ты так написал? Тане просто интересно. Как будто это читается как Тане просто интересно. Да как, какой такой Тане? А? Какой там Тане интересно? Ну-ка, поподробнее. Так, я надеюсь, я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас позаливаю воды, наверное, везде по чуть-чуть. И потом займусь покупкой техники. Чтобы вам было интересно, будем чередовать с водичкой, а то одну воду возить такое себе. Привет, смотрю, ты уже нормально разговариваешь, уже не сиплая. Да, музыкант, я уже могу болтать в полную силу, раздражать всех своей болтовней. Но, к сожалению, уже не так смешно. Голос был просто божественный. Любая фраза звучала оригинально. Теперь это останется только на записи. Мы ее как-нибудь втихаря еще раз мороженым накормим. Да причем, что самое удивительное, ничего не предвещало беды, ничего не болело, просто мой голос ушел в отпуск. Миш, ты даже, ты неправильно собрал, хотел сказать, краба. Эту, как эту, осьминожку. Осьминожку неправильно собрал. Выйди и собери как нужно. Так, где начать выгрузку?
Бля, мычат там. Это не вам вода. Вы молоко производите. Так, отлично, эту заполнили. У нас тут где-то есть дырка в заборе для маневров. Да, точно. Я даже тут забетонировала все. А вон, кстати, кто не видел, это хотела быстро умно сказать, но не получилось. Штука для сбора камней, даже, да, Сереж? Yeah. Вот, да, вот такая. Выглядит вообще как мусорка и ужасно. Ее куда-то надо прятать, она весь вид портит. Прям. Очень нужная, но не симпатичная штуковина. И знак у нас тут посреди выезда зачем-то. Стой, 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 куда поехал? Начинаем выгрузку. Вы с РФ? Да, мы с Питера, Влад. Речевки были огонь. Спасибо, Елена. Мы старались, к сожалению, было наброшено на коленке, поэтому могли бы и лучше. Но как смогли, в общем. Ну а чего? Всегда быть серьезным, это же скучно и тяжело. Надо развлекаться, иногда шутить глупые шутки, иногда быть ребенком, это же так здорово. Серьезными мы будем на работе, на своих постах, должностях, не знаю, в налоговой, еще где-то. А здесь мы же играем, развлекаемся. Я рад, что многие это понимают, что вам заходит, это очень приятно. Перестань перебивать Серегу. Слово не даешь ему вставить. Все, Паш, замолкаю. Тут есть, кстати, возможность сделать как ровнее спинку, так и помолчать там какое-то время. Хотите, вот прям введу со следующего стрима, ой, эту штуку, и будете меня затыкать. Прям вообще не против. О, Серега не против. Я вернулся с едой. Приятного аппетита, Шаков. Приятного. Миш, ты вообще поломал осьминога. У тебя получился одна щупальцевый осьминог. Ну, правда, у него щупалец один, но зато какой. Вон, прям на полчата. Так, я же сказала, что мы купим технику, да, а потом за водой поедем. Ладно, еще один разок и покупаем технику. Я даже на работе несерьезный. Ну, может, у тебя работа такая несерьезная. Может, ты, не знаю, там в цирке работаешь или в пенсионном фонде. Вот, где там еще у нас веселятся? На телевидении. Покупай, пока вода наливается. Сейчас мы проверим. Думаешь, бобры все выпили? Они такие сидят, все, она уехала, пей давай быстрее, а то она сейчас вернется, выпьет всю нашу воду. Я дизайнер, у меня каждый день цирк. О, да, заказчики наши все. Привет ТЗ-шкам, красным линиям, перпендикулярным, параллельным и прочее. А вот здесь еще можно переделать чуть-чуть, а вот здесь вот, пожалуйста, пожирнее. А здесь зеленый только красный, а вообще мой любимый цвет синий. Сейчас Римпак воду выпьет. Да, он скорее туда вместо воды навоз зальет. Вот в это я поверю больше. Он же говномет, а не водохлеб. Так, ну что, поехали. Начинаем ерзать. Тут это просто, это прям целый квест, чтоб не просто так приехал, залил и уехал, а прям найди воду. Прям как будто скважину пробурило. Что-то вообще теперь не ищется.
О, что-то опять. Ну да, началось. Блин. Сразу. Что-то с напором у этой башни. Напор прям подкачал. Не накачал, не докачал. Сделайте белый белее. Да. Вот именно так. В армии также каждый день веселье. Ну, это само... Это вообще даже не обсуждается. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Да. Ты как? На добровольных началах или заставили? Чуть вперед надо, пошла вода. Да я там и вперед, и назад. Оно пропадает. Это багованная наливалась, бесит она. Паш, бесит вообще не то слово. Ну, кстати, сейчас быстрее я наерзала. В прошлый раз прям побольше мучилась. Сделали бы тоже какую-нибудь точку, которая светилась. Было бы классно. Привет, Виктор. Спасибо тебе большое за поддержку и за пожелания. Слушай, не прочитала она почему-то. Покажи Сергею, Ладно, спасибо за поддержку. Я же сказала, я после перерыва уговорю его. Вот, Виктор, там, в общем, нужно в окошке сообщений ставить русский язык, иначе автоматом стоит английский, если не перевел, он не читает. Спасибо, ребят, большое за поддержку. Так, сейчас у нас через 5 минут перерывчик. А там, возможно, и Серега подойдет. Я думаю, фотокарточкой обойдете сколько-нибудь. А мы его по частям начнем пока. Знаете, как детям маленьким смайлики ставят? Хотите? Он у меня еще слишком нежный. А вдруг вы его сглазите? Я буду его по частям. Сначала руку, потом ногу, потом лицо со смайлом. У меня после 3 дней игры точка заливки воды сместилась в то место, где у тебя трактор стоит. Капец. То есть ее еще и колесами получается пина. Какая-то незакрепленная точка. Просто, Виктор, добро пожаловать на канал. Размещайся, располагайся. Чувствуй себя уютно. Спасибо за подписку. Наёрзала, это интересно. Ну, как смогла. Знаешь, когда трёшь долго, то электричество, значит, это вырабатывается, а тут нужно наёрзать, чтобы вода появилась. Подошёл, поёрзал немножко и всё. Куда смайлик Сергею лепить будешь? Слушай, там есть несколько вариантов. Можно на живот. Но его все равно будет видно даже за смайликом. Вот. Можно на лицо. Смайлик можно растянуть. Можно два. По частям сразу видно, в Питере живете. Медведь хорош. А ты в курсе событий? Надо же поддерживать. Ой, сохранение, видно, пошло. Надо же поддерживать статус города, конечно. Будем выкладывать по частям. И теперь оправдание есть, почему я так делаю. А, медведь повеселил, конечно. Так, ну что, сейчас еще пару тепличек заполним. Ну, короче, вот насколько хватит. И будем развлекаться с техникой. Я уже прям хочу купить. У нас целый миллион. Мы почти дошли до суммы,
с которой начинали. Блин, слушай, трактор вообще прям очень быстрый. Интересно, это максимум сейчас? Да, это максимум. Я бы, конечно, на 27 км каталась бы долго. Стой, стой! Это GCB-шка какая-то бешеная. Он практически идет. Ну он, да, прям класс. А это ты или Наймит? Наймит. Понятно, безбашенный. Видит, что я еду. Оля, что у тебя за трактор? Летит как пуля. Да, вот музыкант GCB. Он прям реально очень классный. Так быстро. Быстро, модно, молодежно. Так, стоп. Ой, ой, стой. Во, вот, подожди. А, Миш, спасибо большое. Сереж, ты это... Вот ты, кстати, проехал, походу, по проводам, по этому шлангу, потому что у меня выгрузка прекратилась. Да. Ты его замял, походу. У меня все, выгрузка теперь не... Так ты проверь, теплица, может, полная. А, слушай, да. Я смотрю на то, что не заполнена цистерна, и... Все, ладно, это я не туда посмотрела. Ваша Ну, наехать — святое дело. Как настоящая жена. А то что ты не наехавший ходишь целый день? Надо? Нет, там Шишаков, там один двигатель электрический, и там его не изменить особо по мощности. Это так, побаловаться. Пупуську, кстати, очень заносит сильно. Она у меня заносчивая. Прям, если особенно с двойными колесами, то она прям вообще неуправляемая. Так, стоп. Сейчас еще чуть-чуть той. Так, давай тебе. Все, сейчас доваливается. А, даже так? Блин, тогда надо было оттуда заполнять. А, все заполнила прям. Какая молодец. Сейчас еще куда-то осталось даже. Слушайте, так мы и вообще и раскидались даже, и хорошо. Сейчас я вот эту проверю. Эть. Давай. Стоп. Все, отлично. Так, сейчас я его припаркую. Припаркую. Как смогу. Лицом куда смогу. Эть, не видно ничего. Оп, оп, стоп. Все отлично. Ой, здесь прям так шумно. Так, ребятки, ну что, час прошел, кофе закончился. Давайте перерывчик небольшой и будем тратить наши деньги на покупку техники для винограда. А вы будете нам подсказывать. Угу. И сразу Диггер, спасибо за подписочку, добро пожаловать на канал. Я тебе вопрос, кстати, задал. Да, сейчас подожди. Вы автор слогана Фуримпака. Да, Диггер, с первым сообщением тебя автор, я каюсь. Так что, если что, ругать меня, все говняшки можно в меня кидать. Все, ребятки, скоро вернемся.
Я на месте. Сейчас все проверю. Все работает. Влад, special for you. Не знаю, будет видно или нет. Смотри, что приготовила. Сейчас. Вон, видно тебе, Серегу? Надеюсь, ты удовлетворен. Можно посмотреть у меня на странице Твича и ссылка в Инстаграм. Там есть фотки и Сереги, и мои, и Йоськи, в общем, всей нашей маленькой семьи. Поэтому ура! Вот, Влад, надеюсь, ты доволен. Паш, я только что показала. Ты очки надень. Вот, поэтому, в общем, там все видно, все есть. Я его сейчас не очень часто веду, но пытаюсь, поэтому, в общем, там все есть. Оденьте гитариста, а то декабрь, он в листьях. Какого гитариста? А, гитариста. Ну, он же оттуда играет, с Гавайев. Там тепло, там хорошо. Вот, кстати, Серега, можно еще так показать. Почти похож, почти как в жизни. О, боже, какой... Ты не слышно тебя, Сереж. Я беру новый прицеп из обновления. А, давайте глянем. Сейчас. Ух. Это подстилку делать, больше тюков можно загружать. А, это для тюков, да? Угу. То не гитарист, а укулелист. Да, да, да. Укулелист. О, слушайте, как классно вообще во все стороны. Блин, да, вот этот вот шторный прицеп крона просто обалденный. Как на. Натуральный, настоящий. Так, ну что, готовы тратить деньги? Так, деньги. Давайте тратить деньги. Ой. Значит, виноградная технология. Ну, а, слушайте, это прям... Собака сразу заходит. Да, вот я тоже так подумала, я что-то и это... Так, виноград. Буду очень ему рад. Я уже потратил на этот, на виноград уже все потратил. Давай тогда подсказывать будешь. Так, ну трактора у нас есть, мощные, не мощные. Вот, комбайн для сбора урожая. Чего еще есть у тебя? Ты 164 лошади. Так, 3000 литров. 8 кмч. Чего? А, ну да, для комбайна, наверное, нормально. А куда же его потом загружать-то? А это что? Предобрезатель. Используется после сбора урожая, чтобы подготовить виноградник к следующему году. Окей. Опрыскиватель. Хорошо. А где еще хочу? Вот, прицеп. Для перевозки. Вот он нам, наверное, нужен, потому что, конечно, 8 кмч ехать это такое себе. Так, сейчас я тут подвинусь. А ты кто? Ты мульчер. Понятно, мульчер. И так понятно, чизель-культиватор. Окей, значит, нам нужен комбайн. А мы сейчас посмотрим там. Так, у тебя 3000 литров, да? Ты, главное, не торопись, но с покупкой, может, ребята все подскажут. Да, да, да. Красивый у тебя муж. Спасибо, Влад. Я старалась. Выбирала, как могла. Так. Вот здесь сейчас я еще посмотрю. Так, виноградная технология. А, ну он один и есть. Слушайте, короче, комбайн один. Поэтому тут советуй, не советуй. Покупать один. Че, беру? Беру его в покупку, Сереж. Ну да, у нас миллион. Не, я на путевку потратил, я решил после Нового года в отпуск летать. Ой, как я хочу в отпуск. Просто ты куда летишь? Я прям очень хочу. О, Пипка, добро пожаловать на канал. Спасибо за подписку. Пипка, я тебя знаю. Так, ну что, берем. Давай. Так, цвета тут, блин, цвет не изменить. Будет синий, да? Ну, ладно. Колеса. Троллейборг. Я все время читаю троллейбус.
Он мне просто уже это уже и снится. Дубай 8 дней, 7 ночей. Слушай, класс, класс. Там нормально все тебе нужно? Что-нибудь там, справки, прививки? Что нужно? Я тоже очень хочу в отпуск. Так, Мишлен. Что-то какие-то они не сильно отличаются. А, нет, чуть-чуть побольше. Континенталь. Блин, мне Мишлен нравится. Митас. Короче, берем Мишлен. Колеса. Так, стандарт. И все. И больше ничего. Так, ну ладно, все, берем. Хочу купить на все. Да, отлично. Так, сейчас будет. А мы им собираем, сейчас я сразу посмотрю. А вот это после урожая, да? Ну, сразу его купим, наверное. Так, давай мы тебя купим тоже. Тебя вообще ничего выбрать нельзя, я понял. Ну, давай купить. Да. Окей. Так, и чего? Опрыскиватель. Так. Флемин, спасибо за подписочку. Добро пожаловать на канал. Располагайся. Так, мульчер. Ну вот прицепчик, да, еще возьмем прицепчик, чтобы перевозить. И тут тоже ничего не изменить. А, вот изменить. О, можно А, это только номер. Назад, не хочу номер. Блин, чего вы такие неизменяемые? Я, может, розовенький хотела. Ладно, берем. Берем, какой дают. Так, ну все, затарились. Пошли в магазин. Забирать наши покупочки. О, такая бандура. Ой, а это что такое? Это что такое? Это семена. А что за семена? Я тут развлекался, не обращаю внимания. Я понял. Развлекался с семенами. Минеральный корм. Развлекся, так развлекся. А это что такое? Это я развлекался с этим, с кормом для коров. Хватит развлекаться, он тратит наши деньги. Развлекался. Столько куча всего. Я и зарабатываю не надо. Так, блин, прикольная штука такая. Не хватает, знаете, еще рядом слева тоже такой же кабины. Вдвоем управлять. И как на этом, скажите мне, по воде на нем. Господи, как же это называется? Сереж, типа катамаран, вот, как на катамаране, знаете, этими ножками крутить. Ребята, ищу с кем поиграть. FS22, никто не хочет. Ребят, поиграйте кто-нибудь с фламинго. Как минимум, если он не может управлять техникой, то будет красиво стоять и украшать вашу ферму. Фламинго, по-моему, в половине игр в качестве украшения есть. Там за 72 часа тест надо делать, но я уже привитый, типа, но сделаю тест на всякий случай. А, ну прикольно. Семена пионер. Пионер? Семена пионеров? Сейчас, где? Ты что? Это корм. Где семена? Да, семена пионеров. Все верно. Они всегда готовы к посадке. Так. Я, по-моему, туда еду или не туда? Да, туда. Отлично. Ну, поехали. А, смотрите, 25 км/ч. Все, больше не может. Ну ладно, мы его довезем. Ля, какая Так ты штука отправь сзади. его роботом, а докупи остальную технику. Да, нормально, я довезу. У вас сын или дочь? У нас Йорк. Спасибо, Миш, за напоминание. Я выпрямилась. У нас пушистый Йорк по кличке Йося. Как обнова? Чебан, блин, обнова? Как обнова? Я вначале мы говорили,
Пока из того, что мы заметили, это поддоны теперь никакие нельзя грузить руками. Они стали намного тяжелее, только погрузчикам. То есть увеличили массу поддонов. Время можно мотать на 360, теперь не только на 120. Ну и что еще? И как-то все пока из того, что мы заметили. Может, какие-то баги пофиксили, но пока вот я не заметила. Могу теперь сквозь теплицы проходить. Двери не открываются, но, пожалуйста. Это у тебя. Ну да, это мое личное обновление. А в инсте это не ваш сын или дочь? Нет, скорее всего, мой крестник, Влад. У меня в этом году появился крестник, поэтому... У нас вообще много детей у друзей, поэтому... Мы уже натренированные на разные возрасты, характеры. На девочек, мальчиков. Нужно будет посмотреть по продаже клубники. Это ты про что, Шишаков? По поводу обновы. Если подойти пешком к полю с посевами, будет показан бонус сбора. Пока единственное полезное, что я увидел. О, серьезно? Мы еще не видели. Привет, винил. Винил. У меня сегодня не выговаривается. Выговаривается. Слушай, ну я думаю, по поводу клубники-то, раз они убрали, что ручками нельзя грузить, наверное, и баги ушли. Единственное, вот, кстати, можно будет проверить потом на меду, на меде. В общем, поразвлекаться с медом, насколько будет падать FPS, когда мы будем грузить поддоны. Куда делась сиплая? Она ушла глубоко внутрь меня. И я надеюсь, что в скором времени не появится, потому что слишком уж тяжело ей разговаривать. Поэтому теперь только звонкая. Да. Сиплой больше нет, есть звонкая. Что, подстилку не хочет угрожать? А это техника, которая как раз из обновы. Вот вам, пожалуйста. Ну ладно, потом с этим разберешься, с виноградом посмотришь. Угу. В смысле не выговаривается? Ты справилась с первого раза. Обычно всех ломает CPT. Не, я имею в виду, у меня этот... С винилом не задалось сегодня. Не надо болеть, болеть плохо. Судя по технике, у нас сегодня виноградный сок. Так точно, винил. Мы уже подготовили, сейчас мы все купили. Сейчас мы это все привезем. И будем весело и задорно собирать. Ну, только мотнем на сентябрь. Свинил. Да, свинил. Это тебе тогда надо к Риму на ферму. У нас коровки. Подожди, а зачем тебе на сентябрь надо... А, сбор. А это тоже бот? Что это за развороты у него такие через кювет? Прям квалификация на уровне. Взял в яму, заехал. Может, он, конечно, колеса помыл? Я не знаю. О, едет за мной. Тоже синий. Ну, едь. Я быстрее не могу, к сожалению. Как это расслышать теперь? Просвинило? Пришел винил и немного насвинил. Миш, у тебя сегодня прям стихотворный день. Рифма наше все. Винил, ты зачем насвинил? Цвет состояния синий. Да, у него
Так, мы сразу на поля его отвезем. Блин, что ж ты так-то... Что ж ты синий сдал назад? Я его, главное, вперед, а он назад. Блин, почему тут прицеп стоит посреди дороги? Вот смотрите, миска у собаки опять пустая. Походу, это реально пони. Сказали, собака, собака. Лабрадор, лабрадор. Не покупайте животных на рынке. Так, в общем, ты пока... Стой, ой, стой, 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 стой. В общем, вот здесь и стой. А ну-ка, давайте-ка на поля посмотрим. Да, слушай, действительно показывает. Дополнительный урожай плюс 53% у нас к виноградику. Здорово. Класс, класс. Нужно прикатать, пишут. Надеюсь, это такое ощущение, как будто это трудности перевода. Прикатай. Прикатай. Сереж, тебе нужно прикатать ко мне. Так, что нам там еще нужно забирать? О, пошла кушать. Да, нет? Бегает. Вот, кто-то спрашивал, есть ли у нас багованные животные. Теперь есть. Смотрите, какие хорошо. Это она, знаете, она просто увидела, что корм насыпан, но она не голодная. Она нагуливает аппетит. Сейчас пойдет есть. Ладно. Это он, если что. Он? Ну, я там не проверяла. Ну, я тебе поверю на слово. А, ну-ка, ты кто? Она не показывает. Стой, собака. О, я ее остановила. У нас безымянный пес. Ладно, все. А, подожди, подожди, стой, 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 стой. Погладить на R теперь. О, смотрите, что он делает. До этого что-то не было такого. Было. Было? Ля, какой классный, а. Сейчас дай я тебя вот с этой стороны на тебя посмотрю. Давай еще тебя поглажу. А ну. Лежать. Кувырок. Молодец. Хороший мальчик. Так, ладно. Сложно строить, садить виноград. Блин, он теперь меня сопровождает. Да нет, не сложно. В режиме строительства палочек понатыкал, и все. И без проблем. Главное это делать в тот месяц, когда нужно. А вот как собирать, это мы сейчас проверим. Так, я там чего, прицеп, да, купила? И еще одну штуку, которая трактором цепляется. Сейчас пойду, в общем, трактором быстрым нашим не привезу, потому что его у меня умыкнули. А где наш быстрый трактор, Сереж? Он где-то там стоит, возле мойки я его мыл. А, вижу. Спасибо, что помыл. А вы видели разницу между ремонтом и мойкой? Ой, и покраской. Просто колоссальная вообще. Оль, надо было Йорка брать. А слушай, я бы взяла. Тут, ой, подождите, тут нет Йорков. Тут только одна порода. Нет, по-моему, уже больше. Больше пород? По-моему, да, но это не точно. Ну, в общем, когда мы брали собаку, у нас выбора особо не было. Это я про ферму, если что. Ну, чё стал? Давай, едь. Блин, он от него, смотри, как этот, как мячик резиной. Ну, езжай. Встал, стоит. Малинина, спасибо за подписочку. Добро пожаловать на канал. Располагайся, осваивайся, подключайся. Так, главное на такой скорости в повороты заходить нормально. О, знаки так и не пофиксили. Они бестелесные. А вот интересно. Если ты застрянешь на путях, поезд в тебя врежется или сквозь пройдет? Он тоже бестелесный. Я думаю, что врежется.
Интересно, насколько сильно он сможет откинуть машину. Идея. Попробуй. Надо как-нибудь попробовать. Странно, я сшибаю знаки на раз-два. Ну вот мои знаки не... По-моему, вся вселенная игре, они коллизионные, а в сессионке, ну, в мультиплеере, они, по-моему, не коллизионные. Да, так и есть. Я в карьере тоже вечно в них упираюсь. Здесь такого нет, к сожалению. Сегодня еще узнал, что можно дисковую бороду на 600 лошадиных сил прицепить к комбайну, собирать урожай и культивировать. О, слушай, это очень круто. Интересно, это к любому комбайну? Это прям очень удобно. Мы, кстати, буквально вчера или позавчера разговаривали о том, что раньше в 19-й можно было прям целый сет собрать, прикрепляя много техники к трактору, там и спереди, и сзади. И культивировать, и все это сразу делать. О! Олени, блин, прям под колеса бросаются. Это, конечно, облегчает, потому что ты пока это поле обработаешь, ты так уработаешься, что уже тебе ничего не хочется. Так, а вот интересно. Сейчас мы проверим. Если эту штучку можно цеплять спереди трактора, то прицеп, тогда прицеплю сзади и вообще сразу и увезу. Все. Ой, но нет. Блин. Где у нее там вообще что-нибудь, что прицепляется? Сейчас надо посмотреть. Так. Так ты груз-то от меня в цепи. А, господи. Блин, надо было. У нас через здесь два грузика будет. Так, сейчас я его вот сюда куда-нибудь. Я заберу потом все. Угу. Ну, я просто не уверена, что она на нос цепляется, но попробовать надо. Так, давай, Оп, уронила. Все, трактор облегчился. А вообще специальный трактор есть для этих культур, он такой узенький. Слушай, а, кстати, да, может быть, надо было его брать сейчас, подожди. Где ты? Виноградик. Слушай, да... Давай-ка, наверное, его и возьмем. Он, давай. Потому что этот, наверное, конечно, не проедет. Так, ну, берись. О, а тут можно выбрать цвет. Ну, пусть уже будет синий, потому что у нас же и прицеп синий, только цвет оба-то какой-нибудь. А, понятно, тут сильно не выберешь. Ну, ладно. О, только я бы поярче сделала. О, ничего себе. Ну ладно, ну да. Так, что тут еще можно выбрать? Колеса. Ну, давайте, вот Мишлен пусть будет. Трехточечный, ух ты. Трехточечный, да или нет? А, вот что значит. Да, давайте, да, нам надо трехточечный. Выбор двигателя, можно двигатель выбрать. Так, ты сейчас сколько у тебя? 70 лошадок. А вот так 76. А вот так 90. А еще раз 95. Я просто очень последовательная. Так, ну давайте. Короче, 112 максимум. А мы какой хотим, Сереж? Самый крутой. Значит, 112. Берем. Опа. Так, ну давайте. Мы уже в магазине. Где ты, трактор? Вот. Ой-ля, какая... Вот, хотели пупуську? У нас теперь новая тракторная пупуська. Смотри, какой мелкий. Обалдеть. Такой смешной. Симпли, добро пожаловать на канал. Спасибо за подписку. Успел на сбор урожая. Так. Какой он... Ой. Смешной, конечно. Так, ну давай, ты прицепишься спереди. Пожалуйста, прицепись. Да, да, отлично. Так, теперь попробуем вон тот прицепчик. У нас же мощный двигатель. А, прицепчик, вот как раз он там цепляется. Прицепить сзади. Мы тут... Мы у себя на ферме развели бардак. Теперь еще здесь у магазина развели бардак. Трактор Ландини почти Ламборгини. Да, Миш. Все. Мы теперь этот.
обеспеченные фермеры. Можем себе позволить. Слушайте, да, классно, все за раз увезу, и можно будет мотать. И да будет у нас виноград. И изюм. И винные напитки. Слушайте, а он прям быстренько едет даже. Такой молодец. 42 км. Смотрите, класс. Мне нравится. Такой, а зачем ему эти дырочки? Интересно. Фухерман. Фухерман. Отличное название. Может, он, конечно, Фахерман или Фахермен? Фурман он просто. Черт. Блин. Фахерман мне больше нравилось. Ну, так и называем. Фурман какой-то в печке Василия Ивановича, да? Фурман. Кофердем, добро пожаловать на канал, спасибо за подписку. Сельхозтехника иногда напоминает машины судного дня. Да, Диггер, я уже говорила как-то, на какой-то трактор мы смотрели, возможно, это даже был Рассельмаш, а, нет, или на комбайн. Он прям такой огромный и злобный, не хватает, знаешь, раскрытого рта и пара оттуда. Прям смотрит на тебя так. Как на говно. Да, но это обычно это, цистерна на тебя так смотрит. Привет, Евгений. С подключением. Мы тут виноградик собираемся собирать. И я люблю тавтологию. Собираемся собирать, а потом думаем давить и пробуем продавать. Так, никого нет. Блин, штука эта спереди, конечно, очень занимательная. Прям хочется посмотреть, как она работает. Она нужна. Может быть, тот комбайн, который ты пригнала, выполняет ту же функцию? Нет, комбайн он собирает, а вот эта штучка, она подрезает, чтобы потом получить урожай следующий. Его ж не надо каждый раз виноград. Его там, по-моему... Сейчас я доеду, посмотрим. Короче, не надо каждый раз... сажать. Я понял. Она вот даже так и сделана вон сбоку, я так понимаю. Вот эти вот диски будут кромсать веточки. Главное, пальцы туда не засовывать. И все будет обгемахт. У нас, кстати, вон еще поле огромное появилось. Два. Вот так вот. Мужской шопинг. Купить поля и культивировать их полностью. Блин, слушайте, техники, конечно, обалдеть сколько. Очень много. Это как-то тюк не поместился. Так, ну что. Мы сейчас вот это вот все здесь оставим. Потому что... Нам это... Блин, у нас даже места нет для парковки. Нам нужно новое место для парковки. Вот пока постой здесь, что ли. Так, все. Так, сейчас я посмотрю по поводу воды. А, кстати. Теплицы починили, нет? Вон, видите, для тех, кто подключился, кто спрашивал про обновление, они полные поддоны теперь не производятся. Вот одна... Нет, они производят полные поддоны, просто те поддоны, которые были до этого... Они стали вот такими, вот. Да. Да, да. Вот что бы я без Сережи делала? Глупости всякие говорила бы. Видите, дверь не открывается. Дезинформировала бы ребят. Ой, у нас, по-моему, все засохло. Помидорки засохли. Ща, где? А,
куда? Не сюда. Вот сюда. Так. Ну да. Вот в большой теплице нет воды, и здесь нет воды. И здесь... Блин, опять вода закончилась. Ну чё, ребят? Надо спасать помидорки. Капец, как быстро она заканчивается. О, выпусти меня. Понятно, еле протиснулась. Блин, было бы прикольно, если бы... О, олень. Чё там наблюдаешь за нами сверху? Сейчас подойду, он упадет. Главное, чтобы не мне на голову. О! И в стену убежал. Он пошел на эту платформу 9 и 3 четверти. Судя по всему, портал у нас на ферме находится. Кто как, я с виноградом сыт вдоволь. Че, уже все на этот, на намульчерился? У полуприцепа открываются ворота, и можно грузить в него. Ты про какой? Про вот этот прицеп или про тот, который я везла с магазина. У одного меня игра маленькая какая-то, вебка типа качественная, игра размытая какая-то. Может, я в глаза, конечно, долблюсь. Ой, не знаю, ребят, напишите винилу. У меня вот, я сейчас смотрю, у меня все нормально, не мыльно. Все вроде хорошо. Клевые олени. Да, Миш, они клевые и волшебные. Так, давайте тогда водичку и мотаем время. А то будет... Блин, я трактор там у магазина оставила. Вот я балда. Ну, поехали. А, стоп. А вот это вообще не трактор. Блин, ну поехали. Что же делать-то? Эх. Ну, он быстрый. Мы сейчас быстро домчим. Давай. Сейчас грузик сразу заберем. Я вот не помню, какой из них мой. Любой, они оба наши. Да понятно. Я, ну, наверное, вот этот, который криво оставленный. Фура, штора раскрывается шикарно. Да, она очень классная. Мне очень нравится. Прям, насколько в нее удобно грузить, я пока не знаю. Но я думаю, что очень удобно. Но визуально мне прям... Я кайфую. Она Смотрю в... классная. Да. Смотрю в 1080, все хорошо видно. Ну, кстати, да, может быть, тебе там надо настроечку поменять. Эй. Ля какой. На тебе. Понаразъездились тут. Они в новом патче починили адские поддоны сквозь землю. Слушай, мы... Подозреваем, что да. Знаешь почему? Потому что если их сейчас нельзя грузить руками, обоговались они в основном, когда их грузили руками, то, возможно, этого будет меньше. Но это не точно. Но мы потом с медиком... О, стоп. Поразвлекаемся, проверим. А это что такое? А что за вопрос? Где? Где? Вот. Это что за вопрос? Мне письмо пришло? А скажите, для кого здесь почтовый ящик посреди дороги стоит? Это общий ящик, типа общая почта на деревню дедушки? Что за вопрос? Открыть меню помощи. Интересно. О, справка посреди дороги. Прикольно. Она была вообще здесь? Это стартовая ферма. А, я понял. Ладно. Что-то я просто до этого не замечала. Ее не было. О, сохранился. Блин, несется он, конечно, просто. Причем из максимальной 73 иногда набирает скорость 75. Это вот как? Он едет даже быстрее, чем его мощность. Похоже, он у нас прокачанный. Знаете, когда этот, как это называется, Сереж? Разгоняют, да? Чтобы мощнее был. Вот. Его разогнали по полной программе. Под гору просто. С горы. Не под гору, а с горы. Сергей шаристый тип.
Шаристый? Ты имеешь в виду, что он это в форме шарика? Ну, в некоторых местах. Но вообще, да, Серега шарит. Свап трактора. Да, он его обратился. Как этот раньше был чувак, который прокачивал? Джей... Экзибит, да? Экзибит тачки прокачивал. Вот, мы отвезли GCB-шку к экзибиту. Сколько много аббревиатур, кошмар. Вот он нам его прокачал. Оп, я даже не врезалась в теплицу. Блин, как я сейчас буду прицеплять? Ну ладно. Да, шишаков чипанули, прошили. И короче, вижу с ним. Теперь у нас чипированный трактор. 5G ловит. Или передает. Ну что там? Короче, Wi-Fi на ферме есть. Так, коровки мучат, все хорошо. Сейчас воду привезем в тепличке. Ну куда ты? Вот вечно эти олени выскакивают. Какие-то олени самоубийцы. Суицидники. Ты налево, да, наверное, пойдешь. Ну прости, пожалуйста. Я большая машина, мне надо много места для разворота. Блин, проехал прям по оленю. Живодер. К слову, мульчер дает всего 2,5% буст к урожаю, как и катки. Итого, замульчеровав и закатав, буст 5%. По времени невыгодно, капец. Слушай, ну да, мы пробовали мульчеры и катки, чтобы прям вот все сделать правильно. Но это занимает приличное количество времени. Ну, хотелось попробовать, чтобы вот прям все-все сделал. Ой, что-то меня виляет. Вот, чтобы прям все по правилам, чтобы было стильно, модно, молодежно. Зато действительно очень удобно. Спасибо, вот что написали о том, что видно теперь процент к полям. Можно даже таким образом легче сравнивать. Допустим, на одном поле вообще не заморачиваться ничего, так минимальное, да, посмотреть, какой там будет прирост. А на другом, например, упороться прям по полной программе. И посмотреть, что будет. Всю ночь на Ютубе видосы смотрел для сравнения. Как что выгодно и почему иногда сорняк 70% сразу, а иногда 50%. И почему? Напиши вот, кстати, про сорняки. Потому что нас они дико взбесили. Они какое-то нереальное количество. Но мы вроде... Ну, мы, да, пестицидами не обрабатывали. Но, в общем, они растут. Прям как тюльпаны в Голландии. Мы их отключили нафиг. Так, ну что, готовы ёрзать? Я нет, но выхода тоже нет. Что-то вообще не показывается. Ты всю технику для винограда купила? Да. Иди занимайся техникой, я воду наберу. Или тебе все равно мотать время не надо, пока техника нет? А мне надо мотать, пока виноград не вырастет. Ну так, ну, давай мать немножко. Давай. Тогда перенесешься, пожалуйста, потом в трактор. Сейчас, я знаете, что хочу посмотреть? Я хочу посмотреть виноградик. Так, это все понятно. Вот, чтобы они дали максимальный урожай, их ряды нужно культивировать, удобрять. Говорочка по Фрейду. И мульчировать. Вот интересно, удобрять там понятно. А вот культивировать и мульчировать. Если же я проеду, интересно, палки останутся на месте? Вот это очень любопытно. Надо будет после сбора это проверить. Либо это просто достаточно этой техники, оно тем самым и культивирует. Возможно, это так. То есть необычными мульчерами, культиваторами. Так, ну вот. Дальше не пишут. Виноград созреют. Соберите, ну понятно, продай. Не забудьте подрезать. Короче, по поводу там пересадки раз в какое-то время ничего не написано.
Так, ладно. Тогда переносимся к нашему дому и чувствуем себя доктором Стрэнджем. Чамиль, если правильно прочитала, спасибо за подписочку, добро пожаловать на канал. Хамелеон. А, хамелеон. О, нифига себе. А я как тебя красиво. Шамиль тоже красиво звучит. Как тебя? Прости, пожалуйста, но зато я запомнила. Оу, сейчас вот этот текст. Специальная закладка в магазине с нужными инструментами. Да, хамелеон, мы все купили, все, что там есть. Я просто удостовериться, вдруг еще что-нибудь нужно. Так, винил. Вот это прям гайд. Добавили разные типы почвы. В карте можно посмотреть. Там рассадница, еще что-то. Рассадница была. Это вот 100%, потому что я там клацала. Вот эти типы почты, они точно были. Суть в том, что при определенных видах обработки статус почвы сразу дает 75% сорняка за цикл. Ого. Вроде как тем, что не глубоко рыхлит почву. А вот вспашка даст всего 50. Так как это глубокое рыхление. Все, я поняла. В общем, надо рыхлить долго и глубоко, чтобы сорняков было немного. Так, ну давайте. Нам, сейчас я проверю точно, нам нужен сентябрьск. Давайте спим. О, смотрите, появилась кнопочка ZZZ. А то мы же типа не понимали, что мы до этого спим. Он там даже дышит на кроватке, смотрите как. Надеюсь, вам видно. Надеюсь, он дышит. Но он там один, возможно, дышит, хотя тоже не факт. Так, апрель. Сейчас мы... Подожди, кто не мотает? Я Не пока мотаю, да, я пойду. курочек проверю, а то что-то они кудахтают гром. Не, корма нормально. Как их продать? Кого? Курей. Я бы 130 продал бы. А они, кстати, у нас размножаются? Конечно. Да, а давай сейчас... А вот в этом, заходишь в П, по-моему, сейчас где-то было. Нет, сейчас не здесь, не здесь, не здесь, нет. Короче, значит, просто через Escape на животных. Так. И вот, пожалуйста, курица. Так. А, подожди. Так, сейчас. Ладно, молчу. Неправильно сказал. А что у меня вообще ничего не... Открыть дверь. Не работает. Я вообще не могу зайти в курятник. Блин. О, здесь открывается. Привет. Не надо выходить. Короче, у меня на R не работает вот это вот. То есть, ну, вообще на значок же нужно. О, заработало. Вот, короче. Ну-ка. Ну-ка. Курица. Ну, докупить можно, а продать я не знаю как. Выбрать. Купить. Д. Да, вес яиц изменили капец. Слушай, непонятно. О, все, виноград позеленел. Ой, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Слушай, не знаю, как их продать. Обновление с курями выбесило вес. Да, мы уже вот по поводу этого поговорили. Теперь 390. Мы пока вот не продаем их. Я Ты можешь смотрю. пойти показать, сколько у тебя валет там лежит и предстоит потом грузить. Да, слушайте, смотрите, как красиво, реально, как в жизни, прям очень классно выглядит. Такой прям зелененький, молодой виноградик. Так, слушайте, кто знает, как продать курочек, прям подсказывайте, не стесняйтесь, можно ли их вообще продать, а то что-то они, конечно, расплодились. О, блин, вот это И да, у тебя еще два болтушка. застрявших этого палета. Ну вот, значит, смотрите, да, ничего они не починили с палетами, вон, смотрите, прям Они уже спавнятся. испокон веку. Нет, они не спавнятся, они испокон веку здесь стоят. А, серьезно? Ну ладно, это мы умеем, это мы вытащим. Так, давайте мама мотать. Мама мотать. Мама-мама. Через перекупщика как покупали, так и продавайте.
А, так а мы покупали здесь, через ферму, поэтому надо, наверное, туда. Их, наверное, надо загрузить, а для этого нужен специальный... Ой, слушайте, а это интересно. Оставь тогда, Сереж. Мы купим прицепчик, в котором... А как перевозить курей в прицепе? Так давай сейчас заморочимся. Давай. А как ты их будешь туда запихивать? По одной отлавливать? Сейчас узнаем. Есть? Ну-ка, прицепы. Пока выбери, купи прицеп, а я заеду его заберу. Давай. Так, сейчас. Где? Животное. В меню есть перекупщик. Можно и без прицепа продать прямо там. А, да? Прям в курятнике зайдите по R, там все продадите. Ну, подожди. Ну, вот я же, вот. Вот я же. Оп, зашла. Смотри. Выбираю курицу. А, свою, наверное, надо. Ты кто? Ты вот курица 25 стоишь, 25... А, вот. А мы каких, стареньких продадим? А, я не там выбирал их, Да, балбес. вот, да, можно. Все, спасибо вам, ребят, Вам большое. спасибо большое. И они без петухов плодятся, кстати. Ну, Ну, петухов понятно. скрывают все куда. Но нужно же, хочется антуража. И вообще, у каждой курочки должен быть петух. Мы ж не можем своих обделить. Че, Сереж, ты сказал, прости? А я уже не помню. Че, старушек сливаешь? Сливай. Да ладно, сколько сливать? Ну, процентов 30 скинь. Блин, ну 60 продам, нормально? У нас их 360. А сколько петухов внутри у нас? Хороший вопрос. Вот а потом Кирилл спрашивает, не 180 ли у нас там петухов? Нам столько не надо. Сейчас, подожди, а если... А давай намотаем, сейчас посмотрим, вот сколько А, понятно, максимально он мне даст 10. Фиг его знает. Ну, давайте продадим 10 петухов. Так, подожди, надо, что же старых? Нафиг нам старые пердуны? Они уже ничего не могут. Ну, правда, тут у них разница в месяц, но неважно. Так, выбрать. Да, 10. Продать. Хочу. Так, окей. А походу у нас всего 20 и было. А-а-ау. Так, и курь 50 месяцев, 49 месяцев, 42. Вот, 50. Тебе полтос, прости, курочка. Но ты слабое, самое слабое звено. Там Продать. наггетсы ее. На наггетсы, так точно. А что Так. так дешево? 25, ну, в два раза. Они ж не для продажи. Покупали за полтос. А если за 5, то нормально. То вообще хорошо. Так, давай. Продаем. Да. Что за пять? Ну, Э, если это профит, так ты еще корм учитывай тогда. ну да. Но они же не для продажи, они все-таки для яиц. А если взрослых продавать, ну, которых покупали взрослыми, так это даже минус 50%. Понятно, короче, забыли про курей, не трогай их, пускай Но я живут. просто продаю, чтобы они же еще наплодятся. Сколько можно яиц-то нам? Да, это... Держу 300 кур и 10 петухов, все, что сверху плодится, продаю. Ну Ну вот... да, вот нам надо так же. Правда, доход не такой себе, конечно, 250 баксов за 10 курей. Так. Мотаю. Ты там потом про теплички не забудь, пожалуйста. Дождик был 2 секунды. Ну и хорошо. Блин, почему небо? Хочется куда-нибудь другое смотреть. Так, май. А ну-ка, что у нас там? Ну, ничего сильно не изменилось. И, кстати, да, дополнительный урожай 53%. Тоже ничего не изменилось. Отлично. Так, мама-мама-мама-мотаю. Мама, мотай. А что там с коровами? Они сыты? Ой, посмотри. Давайте глянем. Нах, не могу, подождите, мне надо вот это вот, я вот это вот когда... Ну стой, куда пошел? Да подожди. И не, у нас сорняки вообще нафиг отрублены, потому что тут Стой. тратить время на них вообще желание ноль. Все, можно идти коров проверять.
Мы можем включить потом сорняки, чтобы потестить чисто пестициды. Чьи сапоги у входа в дом стоят? Кто босиком бегает? Это Серега. Я за рулем босиком сижу, чтобы кабину не пачкать. Да. Так, слушай, да, нормально, корма у них 5000, здоровье 100, молока 8 и навоза 18 с половиной. Они нам нагадили. Так, давайте дальше мотать. Один проход гербицидами убивает на весь цикл, пофиг когда. А как же, если уже урожай подрос сильно, оно там не применяется, ничего. Поле. Если я выключу на это. Ну, если выключен, то понятно. Так, спимш. Ну вот мы еще, кстати, Ну не. вот узкие колеса нам подсказывали ребята еще на стримах у Кирилла, но что-то мы узкие поставили, у нас все равно все давится. Причем у ребят не давится, а у нас давится. Может, это тоже какой-то личный баг? Так, июнь. Слушай, мотаю сразу еще. Потом уже. Я не думаю, что у нас животные погибнут. Мы их потом все дружно накормим. Водички, клубникам и салатом привезем. На следующий день после посадки заливайте, и нормально все будет. Ну да, вот мне Один кажется. день, 1 месяц. О, яйца полные. Прости, у нас стрим, пока не могу ничем помочь. Я Так. подходил. Ну, пусть полные, мы потом все уберем. Я хочу виноград уже. А то мы так будем с теплицами и курями до победного. В принципе, тут чуть-чуть осталось. Август и сентябрь. Хотя, наверное, может быть, и в октябре будет сбор. Да, это было сильно. Простите. Простите, я не удержалась. Ну, на ферме невозможно без Свежий воздух. свежий Молодой воздух. организм, да. Я имела в виду без шуток про какашки, яйца, что там еще и много всего. Это же ферма. Тут. Так, сейчас вот мы посмотрим на начало сентября, можно ли яйца. Нет места для новых поддонов. О, вы поняли? А раньше такого, кстати, не Было. писали, да? А мне кажется, они спав. Ну и ладно, нет места и не выдавливайте из себя тогда. Смотри. Ой, виноград, вы видите? Блин, это походу Изабелла. Смотрите, как прикольно. Сейчас мы глянем. Кишмиш. Не, кишмиш, он обычно зелененький. А черная Изабелла, наверное. Блин, красота. Так, и чего? О, урожай созрел. Все, можно собирать. Работаем. Да, так, ребят. Еще 1 час прошел. Слушайте, нужен еще один перерывчик небольшой. И приступаем к сбору винограда. А Серега тогда водички, да? Водичкой Да, займешься? я сейчас водичку залью одну цистерну, и мне надо заниматься посадкой пшеницы и травой. Отлично. Ну все, тогда никуда не расходитесь. Сейчас мы будем собирать виноград.
Музыка из лифта потихоньку сводит с ума. Ну, прости, винил. Я потом плейлист ей сделаю из песен на укулеле, чтобы у меня несколько их было. Потому что одна и та же, она действительно сводит с ума. Но она там уже полноценная, не просто один звук. Так, что, собираем виноград? Вон и пес этому рад. Да, пес? Давай еще раз сделаем. Эть. Молодец. Блин, мне так нравится. Что? Я не знаю, как собирать. Сейчас будем пробовать. Возможно, первый будет неудачный. Интересно, а надо вот, наверное, вот сейчас вот так вот. Его надо будет развернуть, да? Ой-ой-ой, подожди. Так, давай. Развернуть. Он просто поднялся повыше, если вы заметили. Так, чего? Положение колес не забывай, чтобы не поехало сейчас вправо. Да, включить, сложить, да и все, и только включить, ну давай. О! Так, вот я не знаю, как, короче, ехать, сейчас попробуем. Давай чуть вперед. Ну, посередине, чтобы это шло. Я просто думала, может, сбоку вот этого ряда, нет, нет. Нет, тебя грядка должна посередине проходить. Я же тебе его поставил сразу, как надо. Посреди рядов, да? Посреди трактора у тебя должна грядка проходить. А, серьезно? Спереди, посмотри. Все. О, реально, да. О, страшная штука, не хотела бы я туда попасть. Все, я теперь понял. Сейчас мы зарулим, как надо. Блин, он не удаляет нифига. Вот теперь удаляет. Так, давай. Первый всегда криво. Давай. Я надеюсь, что я попаду. Ну, я могу за руль сесть, если ты со стороны посмотришь. Не, нормально, нормально. Ну, ехай. Он не едет. Он вот все, смотри. А, нет. Блин, тут еще надо и ровно заехать. Так, а ну вот, давай. Ой, что-то у него там сыпется сзади, надеюсь, не лишние детальки. Все, я вроде выровняла. Давай, давай, давай. Я в тебя верю. О, да, слушайте, это, конечно, так. Сейчас мы... Блин, это прям, да. О, поехал. Он очень застревает. Вот я сейчас все ровно выставила. Ну, что-то делает. Помчал. Такое ощущение, что трактор просто... Трактор снизу чистится. Как тот ёжик. Я первый раз ряд к ряду поставила, все залет не проехать. Слушай, ну винил, я на юге ж родилась, я знаю, как выглядят виноградные ряды, поэтому тут, слава богу, что-то он там прям плюется. Давай. Да, но это ж надо еще. Подожди, попасть. Ух ты. Давай, попади. О, смотри, со второго раза попало. Блин, прикольно так, мне нравится. Это, конечно. Можно, наверное, чуть правее. Да, выглядит любопытно. Ой. Ну и чё ты там застрял? Давай, ехай. Всё, досмотрелась называется. Я поняла, всё, я не буду тебе больше под капот заглядывать. Едь, пожалуйста. Нет, а вот, ай, стой. Давай. Я прям чувствую, как он... пыжится, чтобы его собрать. Так. Блин, вот тут дерево еще мешается. Давай, комбайн. Почему я его трактором называю? Это же комбайн. Сейчас. Выравнивай. Эть.
Все ровненько, колесики, давай. Ой, нормально. Нет, не нормально. Опять застрял. Прям сложно. Чё ты бесишь? Он вообще не сдвигается. Никак. Ни влево, ни вправо. Так, а назад можешь? Спасибо. Сейчас мы тебя выровняем. Давай чуть-чуть вот так. И теперь ровненько. Давай. Поехал. О, нормально. Да, ну... Главное, назад нормально едет. В любом положении. Криво, косо. Как-то они не продумали движение. Сделали бы его чуть-чуть выше, чтобы пузом не застревал. Да, я вот согласна. А то он спереди упирается в деревяшку. Ну вот... Да, ему прям очень тяжело, чуть криво сразу. Зато смотрите, как оп, виноградик исчезает. Угу. Короче, у меня пока нет ни одного идеального ряда, чтобы я вот прям прошла и не застряла. Сейчас попробуем на четвертом. Давай, пожалуйста. Три ряда 800 литров. Маловато. Но у нас еще вон сколько рядочков. Но он, да. Ну, так а что, виноградик маленький. Это мелкий сорт. Походу, изюм с него лучше не делать, потому что изюм вообще будет микроскопический. Слушайте, ну вот четвертый ряд уже полегче. Мне так показалось. Потому что он без косточек. Из винограда знаю только кишмиш. Да, только не кишмиш, а кишмиш. Но кишмиш обычно, ну, белый. Есть Изабелла, есть мускат. Что еще там есть? Вообще, кстати, вот при выборе вина есть такой лайфхак. Обычно самые вкусные, это если они соответствуют названию винограда, из которого они сделаны. Вот как раз мускат, Изабелла. То есть, во-первых, сразу понятно, из какого винограда, и, соответственно, и вкус такой же. Вот Изабелла, он, ну, в основном это как раз сорт такой для вина, потому что просто так его есть, ну, мне, по крайней мере, я не люблю его вкус. А вот как вино очень даже. Да-да, о, медведь, ты все еще с нами, это хорошо. Точно, дамские пальчики, да-да-да. У меня с 25 килограмм винограда 15 литров вина получилось. Ну, нормально, кстати, наверное. Я только вот не знаю, насколько дорого продается сок виноградный. Тебя не слышно, что, Сереж? Не знаю, сейчас посмотрим. Виноградный сок стоит 5300. Угу. А изюм? А виноград стоит 1800. А изюм? А изюм 4500. То есть сок самое выгодное. Ну, значит, будем винишко делать. Ну, кстати, наверное, мы как раз соберем весь урожай, полностью комбайн загрузим.
Блин, прям винограда захотелось. О, а чей это тюк тут? Это ты тут бросил? Не знаю, наверное, да. Бесхозный валяется. Сейчас я его боюсь, я его переработаю. Будет у нас виноград с сеном. Или вино с сеном. И выпил, и закусил. Сейчас должен медведь сказать «да-да». Я и забыл. Вино делаю у меня дома. Он растет. Плюс-минус 100 литров выходит вина. Ну вот да, Изабелла, она под вино прям идеальный виноград, потому что просто так его есть, у него такой специфический очень привкус, его ни с чем не перепутаешь. У меня есть виноград, сейчас пожру. Знаешь, кто ты, Антарес? Чтоб тебя медведь белый сожрал в Икарусе. Антарес, иди в Икарус. Блин, у меня даже комбайн из-за тебя застрял. Это ты во всем виноват. Ждем новый тренд. Вино, фильтрованное сено. В 10 раз дороже обычного. Да, вино с запахом сена. И обязательно надо написать, что это. Вкус, как у бабушки в деревне. Или там экологически чистый. Тогда еще плюс, там, не знаю, 5к к стоимости. Я Антарес, я там был, я миссию выполнил, можете заходить и улетать. Мы в тебе, Антарес, не сомневались. А вот то, что ты виноград будешь в одно лицо есть, еще и хвастается. Чего ты? В этом мы тоже не сомневались. Да. Эко-френдли, эко-упаковка, биоразлагаемая пробка, и все, цена сразу премиальна. Да-да-да, это сейчас очень хорошо работает. Так, тюк, подвигайся, молодец. Ну, нам осталось 4 ряда. Ну, вот это вот пятый. И вообще, огонь, ракета, петарда. Знаешь что, Антарес? Со своим осьминогом. И виноградом. У нас тоже сейчас будет виноград. Пусть и нарисованный, но у меня фантазия хорошая. У медведя опять корявый осьминог. Хотел сказать, однобортный. Как его? Однощупальцевый. Однорукий, во. Однорукий осьминог у тебя. Я вошла во вкус. Сейчас возьму и застряну. У нас вот запретили бесплатные пластиковые пакеты, так народ в перчатке одноразовые конфеты пакует. Серьезно? Я видел реально эту фишку, у нас по телеку в новостях это показывали. Я орнул с этой темой. Предприимчивый народ. Это где винил? В Украине. Да это очень круто, конечно. Там Зеленский объявил войну пакетом. Блин. А типа перчатки можно, а этот... А так нельзя. Вот у вас в новостях показывали, а я тут живу. Слушай, ну... Да-да-да. Главное, что народ просто молодец. А потом этот запретят какие-нибудь тетрапаки, да, и будет народ в резиновые перчатки жидкости переливать, знаете, этот... В грелки, да. В презервативы. Они же этот вместительные капитошки в детстве делали, когда такой подошел с шариком. Мне, пожалуйста... Ой, а что это? А, слушай, все, заполнилось. 3 ряда не хватило.
Глядя на твою майку, я хочу пончиков теперь. Привет, Рим. Да, сейчас, секунду. Вон, ха-ха, этот. Пончики наши, все, прости, пожалуйста. Это не реклама. Мы тут виноградик собираем, кстати. Сам такой. Он монтирует, а мы ждем. Да. Я уже проанонсировала, что кое-кто, пока мы тут занимаемся сельским хозяйством, монтирует. Так что скоро на всех ютубах страны 6-я часть одержимых фермеров. Так, как вот мне в прицеп перегрузить? Сейчас я это попробую. Ой, во-первых, надо выключить. А, нет, она выключилась. 5 часов там умонтироваться можно. Да, да, ребят, там... Как, все, все как обычно. Бессонные ночи. У нас сиплый Антарес на горизонте. Да, да, да. У нас теперь каждый должен быть хоть раз сиплым. Так, а вот... Ну, так я, наверное, вряд ли, да? Сложить, изменить, выбрать. Как же к тебе... Как перегрузить из комбайна в эту? Тут нет какой-нибудь руки. Выбрать камеру, сигнал, включить, меню, сложить. Может быть, если сложить... Ну, ладно, сейчас я рядом подъеду. Так, народ, кто занимался виноградом, подсказывайте, я не шарю. Но тут даже вот нет этой кнопочки. Сейчас я, может, конечно, сложу. Не хочет он. Так, ладно. Допустим, сложить. О, присела. И ничего не поменялось. Так, ладно. А если я пересяду? Вот сюда, например. Включить предобрезатель? Нет. Хочу вот так. Да, да, да. Развернуть. О, разгрузиться здесь. Это классно, конечно. А я хочу загрузиться здесь. Хм. Это прям любопытно. Но он только может разгрузиться. Как же ж... Нет, тебе надо в эту штуку сесть как-то, из нее что-то делать. В какую? Другой стороной подъехать, он тебе рекомендует. Другой стороной? Ну, давай, сейчас я... На эти штуки, а не на прицепе. Да, да, я сейчас просто от, вот так вот посерединке. Давайте будем пробовать. Так, ой, да нет, зачем ты... Тоже не в теме. Так, стоп, прицепись. Все, спасибо. Так, опа. Да, хамелеон, мы тоже не в теме, сейчас будем пробовать. Так, с этой я подъеду. Давайте, значит, слева были, поехали справа. Сзади тоже были. Уже и опустили, и подняли. Ничего не хочет. Никаких тут этих нет. Труб. Включить. Так, ну давай разверни. Да, слушайте, ничего не происходит. Так, ладно. Давай попробуем еще раз с тобой сзади подъехать. Ну, мне кажется, это вряд ли, конечно. Ну, ну а вдруг... Давай, сейчас сзади, спереди. Если нет, то у меня есть идея, которая точно сработает. Сейчас. Короче, все. Сейчас мы... Значит, производство.
Догадываетесь, что я задумала? Задом, может, его развернуть надо по логике комбайна. Слушай, я его разворачивала. Он и развернутый не хочет, и свернутый. Не, ну давай я сейчас, конечно. А, ну он вот развернутый сейчас, кстати. Поэтому он не хочет никак. Так, давай, производство. Сейчас все будет. Пекарня, плотницкая, молочка. Зерновая, предельная. Сахар. Ателье. Хлопья. Масло. Во, виноград. 80 тысяч. Надо задом комбайна к прицепу сбоку подъехать. Задом комбайна к прицепу сбоку. Окей. Давайте сейчас. Так, задом комбайна к прицепу сбоку. С первым сообщением тебя, Street Music. Так. Человек не выдержал того, как ты тут. Сколько там рука-лицо было? Раз 10? Сейчас. О, спасибо тебе большое. Блин, спасибо тебе огромное. Пошло опять. Выглядит так же, как свекла. Или что там, картошка. Как картошка. Ну, короче, такие же шарики. Хм? Да-да, хамелеон. У человека просто терпение закончилось, как я ерзаю вокруг прицепа. Ну вот, а так бы молчал. Ничего себе там комочки винограда. Да, я говорю, одинаково. У картошки то же самое было. Походу, либо это у нас большой виноград, либо там была маленькая картошка. О, он что, еще вырос? Или это я так плохо собрала? Да, вон, видите, синенькие. Ну ладно. Так, я закончила на третьем ряду. Да. Блин, ну виноград, кстати, прикольный. Слушайте, мне прям нравится. Так, стой, куда ты поехал? Давай включись сначала. А, я поняла, ладно. Застрянет. Давай, разворачивайся, пожалуйста. Да, у него передние колеса рулят. В общем, не видно нифига, чтобы понять, как их там выравнивать. Давай. Все. Разбил лицо рукой, решил написать. Да-да-да, я думаю, это... Ну, простите, я с виноградом первый раз. Терпение не закончилось, просто отвлекся от своей фермы и решил подсказать. Сам так катался вокруг прицепа. Но ты нам сэкономил кучу времени, спасибо. Я вроде уже со всех сторон к нему подкатывала. И так, и сяк, а он упертый, никак не хочет... Ну вот чтобы задом сбоку, это прям я бы точно не сразу додумала. Я уже хотела все сразу на винишко психануть. Да подожди ты. Ну все, еще два рядочка и будет у нас винишко. Винил, винишко пить будешь? Я про сорняки также пришел написать. Отсечки отвлекся на минутку. Домашнее-то наливай. Сейчас, подожди, мы урожай дособираем. Блин, ты вот застрял опять на этой палке. Что ж с тобой делать-то? Сейчас мы его... раздавим. А интересно, оно там как? Бродить будет или просто
подавил, и типа все, виноград. Вообще, кстати, там же, по идее, сахар нужен, а у них из чистого винограда, это же из чистого винограда, это типа какое-нибудь сусло получается, это же не вино. Там для того, чтобы был виноград, нужно еще добавить ингредиентов. Да, под... Ой, блин, опять застрял. Вот ты, ну хоть сдвинься, то. Да не туда. Да, конечно, виноград классный, но он прям бесит вот этими застреваниями. Пока выровняешь... Да, блин, да, пьяный водитель. Здесь нет вина. Пока еще нет, только сок и изюм. Ну, виноградный сок, это как бы... Все равно, неважно, виноградный сок, но вряд ли он тоже в чистом виде. Ты же его подавишь, это тоже очень концентрированная жидкость получается. Да-да, брага вот. Сахара много не нужно на вино. Вот я не производила, не знаю, у нас, кстати, друзья производят вино домашнее, очень круто. Мы прям раньше очень часто дегустировали, придешь и начинается. Вот у меня из другого сорта, очень классно. Причем молодое, конечно, оно вкусное. Но потом от молодого и голова побаливает. А вот когда настоится, прям вообще класс. Так, ну теперь я знаю, на какой, с какой стороны подъехать. Но мы все равно сейчас я поставлю производство. Я не знаю, куда пока. У нас уже тут места нет. Столько всего... Да подожди ты, понастроено. Полгода минимум нужно настаивать. Ну вот да, интересно, насколько быстро здесь это будет производиться. Я один раз за всю историю сок с сахарным тростником связался. До сих пор кошмары снятся. В смысле, виноградный сок? Чего? А, в ферме типа? Ничего не поняла. Или поняла, но неправильно. Ну я так поняла, что ты с тростником связался и типа... Очень это сложно. Да? Так, сейчас мы вот этот комбайник поставим. Ты нам сослужил хорошую службу. Так, все, мы выходим из тебя и ищем место для стройки. Где там было вот это? Нет, это предельно. Подожди. Во, виноград. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Так, где у тебя вот здесь загрузка? А тут что? Тут, значит, вот так вот. Так, куда же тебя поставить? Давайте смотреть. Я даже и не знаю. Жалко, эти здания нельзя снести. Я бы их вот прям снесла бы. И вот. И снесла бы. Блин, куда бы тебя поставить? Может, куда-нибудь сюда? Типа, а ты как ты там разворачиваешься? Как повернуть его, Серёж? Я не помню. Вот так, а я помню. Ты не слишком близко к полю ставишь? Да это я так вот, вот так вот. Ну, блин, тут неудобно будет. Можно, конечно, но здесь нет, нет, хотя вот тут где-то он там, сейчас, это вообще криво, во, вот так, ну блин, оно все закрывает, а вот здесь вот так нельзя. Эх, а что у нас, о, слушай, а вот здесь можно, нет, накладывается на другой объект, потому что тут кто-то поле типа начал, да, создавать. Это не ваша земля. Ой, ну и ладно. Нет, там мусор очень. Ну куда, куда его прилепить, Серёж? Как... Да, лепи где хочешь.
Можем вот кусок этого поля, но оно уже засеяно, правда. Ну, тут выходит надо... Ну, можно... Может, вот так вот я отъем у тебя кусочек поля. Откидай. Ну, ты хоть уже откидай нормально, а потом треть поля срежем просто, да и все. Сейчас. Ну, вот нормально вот так отъем? Ну, еще чуть-чуть меньше отпусти, чтобы от дороги было расстояние. Вот так? Ну, да, чтобы там заборец, маборец можно было. А, ну да. Ну, все. Ом-ном-ном. Так, ну что? Повезли. Несложно, но жутко геморно. Но да, там уже много говорили о том, что тростник геморно, но это нам еще предстоит проверить. Нам очень нужен сахар для тортиков. Блин, трактор, конечно, виноградный, мне очень нравится. Такой мелкий. Так. Привет, завод. Сейчас мы тебя заполним виноградом. Да, очень классно, что трактор мелкий, потому что вот он выгружает в никуда, как обычно в бетон, да? Ну, естественно. Тут уже какой-то перемолотый виноград. Вначале такие прям кусманчики были. Так. Ну, там что-то прям... А вот здесь, я так понимаю, будет это. Так, ну давай. Что, делаем, значит, сок? Ой, посмотри, как мало винограда. Обалдеть. Ну да, получается, из 5 гроздочек виноградных, получается, это что? Из 5 литров винограда, получается, 4 литра вина. Блин, ну винограда, смотрите, очень прям мало вообще. Все то, что я собрала, это прям... Пшик. Большое поле, которое через дорогу можно засадить виноградом. Ну да. Так, включаем виноградный сок. Пусть делается. Изюм не буду включать, а то нам винограда не хватит. Все, пусть работает. А мы сейчас под конец... Ого, камни. Мы сейчас под конец попробуем вот этот подрезать виноградик. И на этом, наверное, будем заканчивать. Что-то я куда-то рулю не туда. Ну ладно. Эть. О, как четко. Ничего не помяло. Так, сейчас я тогда прицеп откреплю. Ну, что вы мычите? Вы там голодные, поди. Ой. Сейчас я засмотрелась на корову. Там есть черное в белое пятнышко, а есть белое в черное пятнышко. Так. Давай. Теперь надо понять. Вот, мне надо вот это вот отсоединить. Все. Поехали налегке теперь обрезать виноград. О, нифига, он там в горку. С разгона. Да, он такой, конечно, легенький. Так, как тебя обрезать, дружочек? Наверное, тоже вот эти вот штучку, да, между... Ну, прям по ряду. Сейчас мы разберем его или развернем, что он там может делать. Так, развернуть. Ты как, Ля. Развернулся, да, надо, наверное, я так понимаю, прям по этому идти. Сейчас тоже будет попади, не попади. Опустить. О, как, смотрите. Ну и давай включайся. Жесткая вообще тема. Просто жуть. Так, теперь давайте попадать. Я так подозреваю, надо... Писками надо опять же по палке попасть. Да, да, вот я тоже так думаю. Блин, ну он прям... Виноград это, короче, для метких фермеров. Кошмар, страшно. О, все, я попала. Давай. Нет, нет. Ну давай, давай. Во. Он, кстати, все время... А знаете, почему он соскакивает? Смотри, как прикольно делает. А, потому что тут
вот эти неровности земли, и трактор легкий, он, в общем, попадает в колею. Как обрезать? Вот, видишь, мы поняли, как обрезать. Блин, они прям даже с... Нет, уже, вон, переливаются. Яйца, нет места для новых поддонов. Да мы знаем. Эть. Нацелился. Сейчас, давай. Сейчас. Ой, еще и багуется. Ой, эти фрезы. Ну вот, вроде что-то там обрезает. Вы крутые, не устали еще? Сережа прям разговорился, а? Не замолкает ни секунды. Паш, уже устали, но мы заканчиваем. Просто хотелось уже довести этот виноград, виноградный процесс до конца, поэтому я думаю, сейчас еще один ряд и все, потому что уже он нам будет сниться. Так, так, так. А, смотрите, она прям сама, кстати... Да подожди, только похвалила. Сама прицепляется. Ну, едь, что стало-то? А, понятно. Значит, знаки у нас бестелесные, а это... телесная. Ну, давай. Реально сложно. Все, нормально. Да, прикольно. Я не знаю, что, но что-то он там делает. Не знаю, видно ли это визуально. По-моему, не особо, да, разницы никакой нет. Такой причесал. Называется причесывать виноградные ряды. Так, ну что, выключайся. Стой, куда-куда-куда. Подожди, шустрый. Разогнался. Выключайся. Поднимайся. Складывайся. Молодец. Ну что, я думаю, сегодня мы вот прям посмотрели производство полностью винограда. Мы его собрали, порезали, что там, подрезали. В общем, вино производится. Спасибо вам большое всем, кто смотрел, все, кто поддержал, советовал, писал, подписался. Подсказывал. Да, подсказывал. За это вообще отдельный респект. Удачи вам, ребятки. И пока-пока, до новых встреч. Пока-пока.